Сократ был лузером. Дом его был беден и пуст. Единственное, чего у него было, хоть отбавляй, это мозги. Его ненаглядная Ксантипа выносила ему мозги каждый день, но так и не преуспела. Правда, он пытался давать уроки, но, будучи лузером, он делал это кое-как, он не учил. Он просто беседовал со своими учениками, трепался, попросту говоря. До сих пор непонятно, почему к нему ходили потрепаться такие серьезные пацаны, как Платон, Эвклид и даже Алкивиад. Алкивиад тут точно не был лузером. Что? Кто такой Алкивиад? А, это, ну, в общем, это правитель Афин, эпохи лузера Сократа.